фестиваль вот наш, он возрастные категории там от 5 лет и до 80. Детская возрастная и взрослая. И ведь у нас дети здесь поют песни, вот те, которые говорят о любви к родине, к маме, к семье, да, вот, и это нравственные составляющие, высокая нравственность у ребенка, если вот он, когда поет эту песню, он сопереживает, он понимает, да, что это нужно, это то, что, чем нужно дорожить в жизни, ценности, да? Да, это ценности, те, которые никогда нельзя потерять, также вот молодежь тоже, они вот это военная тема. Посмотришь, с каким они вот воодушевлением вот эти песни исполняют, вот как они на этой сцене, они просто перевоплощаются, они раскрываются так, что думаешь, боже мой, да, они классные, они вот такие вот у нас, да. Вот. Ну и связь, конечно, вот детей и уже взрослого поколения, когда они тут общаются где-то, потому что два дня, потом они едут на экскурсии вместе, они смотрят историю нашего округа, это Гремячий, это Черниговский скит, это вот Александров, там это Слобода, туда тоже возим, вот, и это настолько, мне кажется, вот нужно вот всем. И поэтому, наверное, этот вот фестиваль, он и живет 17 лет. Конечно. И, наверное, хотя, будет трудно, жить. Да. А поподробнее про экскурсии, кто вам помогает организовывать их? Надо же в разные места людей водить, возить. Вот как это? Это будет очень непросто. Ну да, ну с транспортом понятно, как было, да, и сейчас. Вот здесь, во-первых, ну, отдел культуры наш, да, любимый. Вот, они нас всегда в этом поддерживали. Вот экскурсии, организация экскурсии в Лавру, Черниговский скит или в какие-то вот наши вот места, они, конечно, договаривались, чтобы наших участников принимали бесплатно. Вот. Так что здесь вопросов не возникало. Вот. По поводу, значит, вот Александровской слободы, там вот решали вопрос вот через наших спонсоров, вот, по милицейской ассоциации. Потом ездили мы на экскурсию в Варницкий монастырь, вот, и туда мы и с концертами ездили, и туда возили на этот животворящий крест. Вот. Но это уже не в эти два дня. А мы, у нас, понимаете, дело в том, что вот участие вот двухдневное в фестивале, оно не заканчивалось. Мы контакты поддерживали и в течение года с лауреатами и с участниками фестиваля, которые жили вот недалеко от нас, мы с ними созванивались и предлагали еще принять участие в каких-то концертах, в таких вот выездных, как вот Варницкий монастырь, там туда вот мы ездили, это Ростов Великий, вот туда, и туда приезжали вот из Мурома у нас этот получал гран-при, значит, он вообще гармонист уникальнейший такой, потом он и уже в «Играй гармонии» у нас там был, да, вот мы, это, он приезжал, с удовольствием приезжали и ездили с нами уже вот под эгидой нашего фестиваля «Сердце России». Они вот принимали участие вот в таких концертах уже в течение года от фестиваля до фестиваля. Поэтому вот как-то вот, вот он живет, он не кончается вот только вот этими двумя днями. Он продолжает жить в течение года. Потом мы направляем наших лауреатов также на другие фестивали, подобные вот патриотические, которые проходят в других городах. Вот, допустим, у нас этот Александр Дорожинский, вот он был уже на фестивале в Санкт-Петербурге, вот как раз вот на фестивале, который проводит клуб Александра Невского. Вот. Он уже там был. Потом он ездил... А он у вас был победителем? Да, он был у нас лауреатом. И поэтому да, он начинал, да. Этого. Начинал с нашего фестиваля, как вот автор-исполнитель. Потом он ездил, если мне не изменяет память, или это Переславль, или Ярославский, тоже патриотический военный фестиваль, он туда там был. А в этом году у нас гран-при вот, получила наша девочка, ой, сейчас скажу, это солистка ансамбля «Ступени». Вот. И, значит, она взяла гран-при за военную песню, и ей вручили сертификат
приглашение на бесплатное проживание и там питание. Там этот фестиваль, он проходит бесплатно. Там не надо вносить этот взнос за участие. А вот питание и проживание – это за счет как бы направляющей стороны. Но вот у нас в этом году в жюри был Антон Галицкий. Вот он как раз из этого клуба, и с кем мы начинали наш фестиваль в 2004 году, когда вот мы его тут рожали. Вот. И в этом году он был у нас членом жюри нашего фестиваля. И раньше они еще приезжали здесь со своей супругой. Они периодически все возвращаются в наш фестиваль. Они и вот Кириллов из Саратова, из Москвы много очень участников. Да наши вот любимые участники, вот Лукашина и все это, из Ходькова, вот клуб «Свиток», они периодически принимают участие в нашем фестивале. Не в каждом, но когда есть возможность, они всегда приезжают и принимают, и говорят, приезжаем как в дом родной, потому что хочется увидеться, хочется пообщаться. И завязываются какие-то дружеские отношения уже, да, вот, между ними. Вот. И вот и Антон Галицкий, это, они приезжали тогда, они с супругой приезжали, она у него тоже поет. Они только родили третьего, кажется, ребенка маленького, он еще ему до полгодика, они с этим ребенком там приехали, вот такой вот, да. И вот он тоже уже как участник, вот семья, они говорят, ну, просто вот, ну, хочется, тянет, хочется уже увидеться, хочется пообщаться и как-то вот. А в этом году вот он, мы его пригласили в жюри фестиваля. Вот, они также приезжали, вот, и с супругой приехали, и он работал уже в жюри. И говорит, очень приятно, вот виден рост, уже уровень вот, профессиональный фестиваля. Конечно, говорит, ну, замечательный, вот настолько интересно, настолько хорошо. И вот, говорит, я вот хотел бы как бы вот вручить сертификат, приглашение на участие вот в нашем фестивале в Санкт-Петербурге. Вот, так что вот задорожная. Да, задорожная. Вот, да. Возраст какой? Она озвучит. Возраст. Ну, хотя бы категория возрастная. Ну, она в детской, но ей где-то до 18. Она лет, наверное, 16-17. Угу. Это потому что это детский ансамбль, угу, ступени. Я думаю, да, где-то вот в этом возрасте. Вот. И ну, когда потом она теперь поедет, получается? Это вот я потом ага, скажу. Я, честно говоря, дату не запомню. В этом году? Нет, в этом году. В этом году.